Другим темам. 28 аквариумов, 1500 морских обитателей и невероятные представления. В Новосибирске сегодня открыли первый за Уралом дельфинарий. Виктория Рыжих увидела, что умеют делать артисты из океанских глубин. Событие, которого ждали все. Новосибирский дельфинарий строили почти 3 года. И вот, наконец, он распахнул свои двери для жителей и гостей города. Сочи была, очень вдохновилась. То есть я прям, когда узнала, что здесь у нас открывается дельфинарий, я прям вообще в восторге просто. Думаю, ну, надо попасть каким-то образом туда и внучке показать. Ну, в общем, мне очень понравились. Дельфины – это вообще такие... Рыбки хорошие, добрые. Зал рассчитан на 650 человек. На строительство ушло 520 миллионов рублей. В основном средства частных инвесторов. На первом выступлении уже показали свое актерское мастерство морские львы, белухи, тихоокеанский морж и, конечно, дельфины. Самые воспитанные обитатели нашей волшебной страны. Для обитателей дельфинария созданы все условия, больше десятка бассейнов, а вода как в море. Кормят артистов кальмарами, мойвой и красной рыбой. В месяц на корм животным уходит 600 килограммов морских деликатесов. Если дельфины будут показывать разные трюки, выступления, если можно будет их погладить, с ними как-то поконтактировать, может быть, какие-нибудь не очень здоровые ребятишки, которые есть в нашем городе, они будут с дельфинами. Вспомнили сегодня и того, без чего бы упорства и любви к животным не было бы ни современного зоопарка, ни нового дельфинария. От имени всех новосибирцев и от тех гостей, которые будут приезжать с многих уголков нашей страны и за рубежа, будут приезжать сюда специально побыть в зоопарке в дельфинарии. Сказать слова истинной благодарности Ростиславу Александровичу за его величие. Величие его, знаете, вдохновение. Он жил этим зоопарком, он жил этой будущей составной частью зоопарка дельфинарием. На нижнем этаже уникальный подводный тоннель, самый большой за Уралом. Здесь 500 аквариумов, 300 животных со всех континентов, морей и океанов. Вживую можно увидеть акул, нерп, мурен и скатов. Для школьников планируют проводить уроки морской биологии. По словам руководства дельфинария, в ближайших планах открытие центра плавания с дельфинами. Пообщаться с морскими млекопитающими сможет любой желающий. Также будут разработаны специальные программы для детских домов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Цены на шоу с дельфинами составляют от 800 до 2500 рублей в зависимости от места. Посещение аквариума детям до 3 лет бесплатно. Для взрослых в будние 500 рублей, в выходные дни 600. Есть экскурсионные группы с гидом до 12 человек. Виктория Рыжих, Александр Егоров, новости ОТС.